Привет из солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина и Черное море, и Лазаревское, и прекрасное настроение. Так, девочки, у меня сейчас непонятный бардак на голове. Почему? Потому что я собираюсь ехать на окрашивание, окрашивание корней. Значит, прошло где-то уже 3 недельки. Я в тот раз красилась полностью с ее краской. Значит, с меня взяли 4000. Плюс я еще постригалась, в общем, 5000 я отдала. Если смотрят здесь мужчины, пускай мотают себе на ус, что женщина тратит очень большие деньги на свою красоту. Плюс ко всему, естественно, помимо окрашивания, мы еще ходим на другие процедуры. Так, а что дальше? Дальше, девчонки, значит, я хочу сегодня покрасить корни. И беру свою краску и свой порошок. Сейчас покажу, какой порошок и краску я беру. И дальше уже встретимся в салоне красоты. Девочки, я собираюсь сейчас на покраску. В этот раз хочу взять свое и посмотрим, что она выберет. Значит, у меня есть капу строечка. Оксидант. Я беру шестерку. Как она сказала, шестерку можно напополам с водой разбавлять, и будет троечка. Дальше я хочу, вот чем я красилась, девчонки, я хочу взять свой капус пудру, это для осветления, и приготовила краски. Вот сейчас весь пакет вот этот возьму. И хочу в этот раз попробовать своей краской, потому что так у них 4000, даже корни, я на корни собираюсь, девочки. 4000 для корней, мне кажется, это очень дорого. Я попробую сейчас корни на свою краску и своим порошком. Значит, беру 9-12, очень светлый, пепельный. Дальше, вот у меня немножко 9-12 еще есть. И беру вот этот цвет 9-00, утро светлый натуральный блонд. Он новый, еще не распакованный даже. Вот посмотрим, что она мне предложит, и смогу ли я вот со своим арсеналом получить желаемое, как говорится. Ну что, девочки, едем наводить красоту. Девчонки, вот для этих случаев есть ободочки, да, и заколочки. Ну что, несусь с гор, как всегда, куда же без серпантинов наших. И я вам там шорты стараюсь выпускать, где я езжу по серпантинам. Тоже смотрите. Короткие видео. О, у меня даже камера прыгает. Ничего себе. Смотрите, у меня даже моя камера вместе со мной по серпантину едет. Давай, что, тебя пропущу? Давай. Какой там региончик? 57-й? Угу. Так, а следом еще идет какой-то кран. Смотрите, сейчас увидите. Оп, проехал. Но тут, как всегда, дорогу-то типа ремонтируют, в кавычках. Опять вон. Я же говорила, вот у нас как осенью вот поставят, вот там, может, видно сзади, ограничения, да? Какую-нибудь яму найдут, и все, до весны. Ну, вот так вот они любят работать. Так. Девчонки, пишите побольше вопросов. Для чего? Когда мы с вами едем, мы с вами всегда разговариваем. Есть время у нас, да, поболтать. Кто-то спросил, был влог, так, камера прям прыгает. Был у меня влог предыдущий, кто не смотрел, еще раз напоминаю, шопинг в торговом центре Маримол в Сочи. Ездили с подругой с Лазаревского, приличненько. Это, знаете, в зимний период времени 1,5 часа туда и 1,5 часа обратно. Представьте, 3 часа в дороге. Это если на автомобиле. А если ехать по пробкам, если где-то делают дороги, то там все и 2 часа можно, и летом и 3 часа ехать. Ну, поэтому мы ездим, когда пробок нету, в основном осенью, в зимний период времени. Ничего себе, какая собачка. Вам не видно? Мужчина пошел. Ну, как всегда, вот когда, вот я не знаю теперь, когда они тут дорогу делать будут. Вот кто в Лазаревском живет, может, знаете, я уже тут объезжаю какими-то окольными путями. Значит, как всегда, еду в свой любимый Малышевский райончик. Так, что еще? По вопросу, был вопрос задан, когда вы ездили в торговый центр,
И девочки тоже ездят в торговые центры порой. И знаете, так, здесь сейчас будем прыгать. Потому что хочу через колораж проехать. После торгового центра почему-то всегда какое-то плохое самочувствие. Так, не сюда. Забираемся наверх. Очень большой сняли асфальт, пласт вот этот прям. А вот, приходится тут прыгать. У меня же не трактор. Девчонки, не УАЗик. Надо УАЗик покупать. Знаете, мужчины молодцы, да, у кого там УАЗики всякие разные, высокие автомобили. А вот, почему плохое потом самочувствие? Почему плохо себя чувствуешь? Вы знаете, у меня такая же ерунда, девчонки. Ну и мужчины, если есть тут. Значит, когда я съезжу куда-то в толпу, я могу так сказать, да, в социуме побываю, это не важно, это не только торговый центр, это могут быть и театры, кинотеатры, в общем, что угодно, выставки какие-то. Плохо себя чувствуешь, а потому что все есть энергия, как я напоминаюсь, опять же, мы во время общения или даже просто нахождения в толпе, надо подкрутить, наверное, у меня раскрутился штатив, вот, мы меняемся энергией, но здесь другая тема, девчонки, здесь есть доноры, которые отдают энергию, да, а есть вампиры, которые поглощают энергию, поэтому нужно определить, кто вы есть, отдающий энергию или забирающий энергию. И тогда не будет такой, как говорится, тяжести. Значит, вопрос в другом. Вы определили, кто вы. Да, но доноры в основном, значит, сразу скажу, добрые, хорошие люди, которые помогают всем. Ну, в виде меня, да, работа, может, какая-то целительская, медицина, возможно. Еще по знаку зодиака здесь очень много проходит. Кто вы почитаете, я думаю, что есть. Потому что я как бы знаю, потому что астрология, нумерология, я это знаю. И есть по гороскопам даже, есть отдающие, есть берущие энергию. Вот. И когда вы находитесь в толпе, это очень сильно чувствуется. Происходит энергетически такая вот мешанина вокруг нас. Физтел, я бы так сказала, физических тел, да, потому что кто изучает это все, знает, что есть очень много еще энергетических тел, чакровые и так далее. Не будем в это сейчас входить, в эту систему. Кому не надо, тому не надо. Но дело не в этом. Дело в том, что я всегда говорю, когда вы находитесь в толпе, вешайте себе обереги. Если вы не умеете сами там ничего заговаривать или что-то еще, просто-напросто вешайте на себя побольше побрякушек. Мужчины тоже знают эту фишку. И я многих замечаю браслеты на руках, какие-то чокеры. И посмотрите, обратите внимание, певцы, артисты, киноактеры, у них всегда что-то где-то, то шапочка где-то там с какими-то буквами руническими, то красные ниточки, то здесь что-то навешано. Понимаете, вот это... Мы вот осуждаем их, цепи всякие, там, металл, да, мы их осуждаем, а это нет, это все не просто так, это их не обереги, понимаете, это все охрана. Поэтому я всегда говорю, давайте я вас пропущу, я всегда говорю, что вот это все, ага, меня пропускают, все вот эти серьги, вот эти цыганские, шаманские штучки, они реально работают, просто кто не в теме, тот не в теме. Кто не в теме какой, который вообще может не верить в Бога, в Творца, не верить ни в энергию, ни во что не верить. Знаете, такие люди, они неосознанные. Я их называю спящими людьми. Но не мне, как говорится, никого судить, поэтому я никогда не лезу в жизнь чужого человека. Как говорится, без спроса даже, так могу сказать. Попросили, посмотрела. Нет, нет, ничего не буду смотреть. А вот, и понимаете, поэтому, девочки, еще знаки вот всякие разные, рунические знаки можете с левой стороны рисовать, охранные формулы, ну, в общем, это кто в теме, девчонки, мужчин, кто не в теме, даже можете не слушать, перелистывайте сразу этот момент. А вот, и тогда не будет вот этого выкачивания энергии, это не, это толпа, знаете, вы каждый день сообщаетесь с родителями, с детьми, с подружками, со знакомыми, с мужчинами,
На работе. Так, здесь, как всегда, мое место козырное заняли. Где мне встать? Так, а здесь есть место, интересно? Если нет, придется ехать. А, вот, есть местечко. Так, и что, куда ты хочешь выехать? Давай, я тебя пропущу. Здесь есть местечко, вот как раз возле моей педикюрщицы. У нее машинка тут такая, Toyota красная. Красивая девочка такая стоит, красненькая. Вот, ну вот отлично, прям вот местечко под меня как раз возле пятерочки. Потому что мне потом еще и в пятерочку надо будет зайти. Вот, поэтому здесь вот такая история. Вы каждый день с людьми общаетесь, понимаете? И вы по-любому контактируете энергетически тоже со всеми. А если вы контактируете, то вы вот, пожалуйста, вот, смотрите. О, женщина, что она надела тут? А что она надела? Да ничего, я просто себя охраняю, вот и все. Понимаете, здесь такая тема идет. Не просто так мы с вами тут, как говорится, собрались. Вот, и вы замечаете, да, допустим, есть такие коллеги, которые постоянно хотят вас в чем-то, вот, знаете, огрызнуться на вас, да. Значит, вампирические люди, они как забирают энергию. Кстати, там и муж, может быть, и жена у мужчины, в общем, все. Как они забирают энергию? Через скандал. Через скандал, через злость. Чтобы человека вывести на какие-то эмоции негативные, да, все, тем самым он подпитался, а еще бывает, когда магическим образом постоянно подпитываются, то есть делают такую постоянную подпитку, и все, и тогда только таким же образом надо все это отцеплять. Значит, поэтому, но здесь порой бывает вот этих вот не хватает, если вы, допустим, по телефону общаетесь, да, как там, как, ну, будете дома что одевать? Нет, конечно. Поэтому здесь я всегда говорю, что нужно, женщина с собачкой пошла, что нужно читать охрану обережную. Значит, самый простой способ, когда вы идете в дорогу, читайте охрану ангелу. Охраняющая молитва ангел, самый простой способ. Есть еще кто христиане, вот я христианка тоже, да, есть еще такие молитвы охранные. Охранные молитвы, они не просто так были написаны, поэтому читайте охранную молитву. А если вы говорите, ну, позвонила мне подружка, она вампир, я знаю, что она там скорпион или лев или еще кто-то, ну, к примеру, да, тогда что делаете? Говорите, у меня молоко убежало, отсоединяйтесь, читайте молитву, потом опять включайтесь, все. И вы посмотрите, что человеку даже говорить не о чем будет с вами. А что говорить? А вы на эмоции никак не реагируете. Что с вас взять? Да ничего. Поэтому вот обращайте на это внимание. Поэтому, когда вы находитесь, тем более в толпе, вот, вот в телефончик сфотографировали охранную молитву, даже если вы не любите эти побрякушки носить. Кстати, раньше, помните, золотом тоже, золотом обвешивались все кругом. То же самое было. Любая деталь, любые вот эти вот вещи, все это идет на это. Вот, если вы в толпе, если вы ничего не любите носить, хоп, открыли телефон, фотографию, прочитали молитву, заранее подготовленную, и все будет классно и шикардосно, я вас уверяю, девочки. Значит, девчонки, многие вот задавали эти вопросы, я начинаю в этом своем влоге вот про это все рассказывать, наверное, поэтому люди отсоединились. Я у некоторых спрашивала, ну, нам не интересно, нам интересно. Но я склоняюсь к тому, что я, опять же говорю, что я не профессиональный блогер, вот именно вести контенты. Я вам очень-очень благодарна всегда за комментарии, за подписку, за лайки. Напоминаю, что на моем канале каждый месяц выбираю 3 победителей и дарю подарки на протяжении уже 2 год. Для этого нужно подписаться на канал, телеграм-канал, я, кстати, его восстановила, не работал, и активно участвовать в моих видео. И вот эти халявы, которые я обратила внимание, под конец месяца начинают активизироваться те, кто не писали комментарии, не прокатят вообще. Ну вы чё? Ага, сейчас. Есть люди, которые целый месяц писали, комментировали, да, находились со мной, я вот чувствовала ваши девочки энергию, ну и мужчина, кто тут есть, да. А есть те, которые, вот те получат подарки.
Я не люблю халявщиков, я же говорил, что думаете, я просто так говорю. А потом получается такая история. В конце месяца, когда нужно дарить подарки, вот, начинают активизироваться, очень много писать, смотреть, и думают, вот-вот-вот, сейчас вы получите подарок. Ни о чем вообще это не прокатывает, девочки. Потому что тем людям, которые меня весь месяц смотрели и писали комментарии, им обидно. Потому что есть такие, которые будут писать, а почему не я, почему это, почему то, потому что. Потому что и все. Вот потому что. Задумайтесь над этим вопросом. Так, и, кстати, еще на моем рабочем канале я тоже дарю подарки. Я тоже включила эту систему. Поэтому видите, чем больше вы делитесь, тем больше к вам приходит. Чем больше вы ресурсны, изобильны, вы даете изобилие, вы помогаете людям, да, допустим, теми же деньгами и донатами, вам больше приходит. Это так работает. Посмотрите любых психологов, парапсихологов, кого хотите, посмотрите. Если человек не умеет делиться ни деньгами, ни любовью, ни нежностью, ни чувствами, да, ни общением, не знаю, чем угодно, и у него не будет ничего, ни общения, ни друзей, ни любви, ни денег, понимаете? Но это так работает, девочки, мужчины, это не я это написала, не я, это не я, я просто экспериментирую эти процессы, и я сразу говорю, это работает. Поэтому, кто отправлял мне подарочки, я тоже вас благодарю. Донаты уже давно никто не отправляет, правильно, лучше подарочками, да, девчонки, обмениваться. Вот, так что будем вот так вот. Чем больше даем, тем больше к нам приходит. Вы знаете, я вот этот процесс заметила уже очень-очень давно. Пока у меня есть время, мне написали еще «задержитесь». Вот. Я раньше тоже этого не понимала. Это разбазаривание денег, если вы даете там кому-то постоянно, да. Но неважно, там, родственникам или там подруге дарите подарки, или вообще кому-то помогаете финансово, к примеру, да. Но заметьте, что благотворительность всю жизнь была. Это как раз из царя Соломона, давайте, да? Кто там спрашивал. Она была всю жизнь. И здесь однозначно, кто умеет делиться, тому и приходит. Значит, я раньше это не понимала вообще. Думаю, что за бред вообще? Что это? Я должна свои деньги кому-то давать. Я еще злилась и бесилась. Интересная женщина. И вы знаете, и как-то так вот оно, как-то то не такой поток был финансовый, не такой поток был в работе там с клиентами и так далее, тому подобное, да. А если любовь, то вы тоже должны научиться давать любовь. Не зря же всегда здравствуйте, здравствуйте, здравия желаете. Да, благодарю, благодарю. И что получается? И я такая думаю, что у меня такое, я не пойму. Магия, на меня сделали. Точно, та подружка ненормальная, которая, видишь, мне звонит, и я сижу вот это на телефоне, она мне всякую херню говорит, а я бешусь, я не могу ее отослать, вроде как она на уши подсела, это вампиризм опять же, да? Думаю, что такое вообще? Точно кто-то наколдовал? Кто это? Завистница, соседка, она или это? Ничего подобного, ничего. Ты сам во всем виноватый. Почему? Потому что ты не умеешь делиться. И я потом очень долго изучала психологию, парапсихологию, это было очень давно. И вы знаете, и вот этот вот фильм «Секрет силы», я его 150 раз сама пересматривала, думаю, да что ж такое-то? Где блок стоит? В раннем детстве. По психологии начала ковырять раннее детство. Да, проработала нищету родителей. Это очень серьезная тема, проработать. Где блок с мужчиной? Почему такая система? Блок в семье, да? Мама порабощала папу всю жизнь, там папа и так далее, там потом. И такие же мужчины вам попадаются. Ну, если, допустим, там негатив какой-то, да, в семье был. Какое-то порабощение. И получается такая ситуация, девчонки, все это надо прорабатывать. Так просто оно не работает. Я вот сейчас очень много, и мы всю жизнь это прорабатываем, понимаете, и я очень много уже проработала над собой, и все вот эти страхи, и все вот эти фобии, и детство раннее, и подростковое, и так далее, и тому подобное. А потом что получается? Ничего не получается. Думаю, что опять не то-то? Ну точно кто наколдовал, ну точно соседка ненормальная. Нифига подобного. Копаем дальше, роем. Что дальше получилось? Мало отдаю. Вообще ничего не отдаю. Мужчины, да все козлы, алкаши и пьяницы.
Хоп, мужиков хороших нет. И мужчины нет. Понимаете? То есть я не посылаю в сторону мужчин любовь. Я ненависть. И они ко мне с ненавистью по ходу. А, и такая женщина противная. Ох, сразу по глазам вижу, стерва. Думаю, хорошо, прорабатываем. Вот, кстати, были последние отношения. Прям няшечка, прям люблю тебя, целую везде. Проработали эту ситуацию. Вам дают партнеров тоже иногда на проработку. Они так, что вот почему я с ним развелась, разошлась и так далее и тому подобное. Все потому, что вот, пожалуйста, на проработку. Ты должна проработать с этими чувствами, эмоциями. Проработали. Мужчин обожаю, люблю. Какие вы все лапусечки. Прям котики-зайки. Да. Ну, выпивает. Ну, что? Ну, а кто не выпивает? Начинаешь их оправдывать, да, там. Этот больной. Этот еще какой-то. Ты недоразвитый. Но все мужчины классные. Потому что понимаешь, что душа в теле человека. Да, всего лишь. Неважно, какой пол. Тоже такая же душа, живая. Даже в мужчинах. Ну и у мужчин то же самое в женщине. Да, видят. Проработали. Хорошо. А дальше. Деньги. Самое главное, деньги. А с деньгами что? А с деньгами-то что? Тяжеловато отдавать свои кровные, да. Заработанные. И тут как раз я в свое время... Помните, еще Алиэкспресс тогда был. Ну, в общем, разные такие вот сайты только начинали. Еще до Валберес, по-моему. Думаю, надо ко мне что-то заказывать начинать. Вы знаете, это не только болезни, типа, говорят, шопоголик. Это не в этом смысле. В смысле того, что это не вытягивание денег. И это не есть плохо. Просто вот эта система, она учит нас делиться. Когда вы покупаете что-то, вы тратите деньги за какой-то товар, услугу, которую человек создал. И тем самым, когда вы начинаете много тратить денег, к вам начинает приходить много денег. Вот я вообще этого не понимала, девочки, мужчины. Вообще, ну как так? И чем больше, я обратила внимание, вы даете деньги, неважно, кому вы даете, в магазине там помогли или еще что-то, да, донаты девчонки отправляют, а мне бухгалтер моя пишет. Но это, наверное, с другого канала. Там недавно такой интересный расклад выпустил. Будущий муж навсегда. Шикардос вообще. Ладно. И, ну, это кому актуально. И, значит, я обратила внимание. Я начинаю много тратить деньги на покупку. Ну, во-первых, все это надо. Типа, да, это все надо. Но можно было бы обойтись. Без десятой кофты, без третьих сапог. Да, там, без каких-то заколок 50-х, не столь важно. Но я потом такая думаю, странно, вот я столько много денег на это все выкидываю, даже вот в Валберес сейчас взять там, да, или какие-то покупки, и больше приходит, вы поймите. Я такая думаю, как это работает вообще, я не понимаю. Ну, а тем более про долги вообще молчу, долги однозначно надо отдавать, это блок первый. Кредиты, долги, человеку долг, неважно какой долг. Или что-то обещали, всегда надо выполнить. Вот это тоже обещание. А как работает? А, знаете, если вы начинаете денег много тратить, у вас вы изобильны, то есть, да, вы щедры. Вы щедры. Вы отдаете. И тем самым получается энергия за энергию. И вам тоже мир, щедрость несет в вашу жизнь. Тоже дает эти же деньги. Вот это работает просто очень отличненько. Поэтому те, кто пишут, что не надо отдавать деньги, да, не надо помогать, не надо донаты, там, не надо подарки, или зачем она так много покупает, вот те люди, они пустые внутри, они не щедры. Они пустые внутри, и значит, к ним и также мир будет пустой, ничего не будет приходить. Вот это очень важный процесс, девочки. Вот кто меня сейчас послушает, значит, вы разбогатеете 100%. У вас через год, два, три миллионы будут. Однозначно вам говорю, это работает так. Причем, опять же говорю, если деньги, вы начнете только это все проецировать в жизни. Ой, малюсенькая какая собачка беленькая пошла.
то это все не сразу к вам это все придет. Это все будет медленно накапливаться, потому что вы же не сразу миллионы будете отдавать, не сразу. И к вам миллионы не сразу будут приходить. Но здесь работает так. 100 рублей отдали, 1000 приходит, да? То есть вы отдали. 1000 отдали, к вам приходит, может, 5000. Понимаете, это работает на увеличение. Вот это важный процесс, очень важный. Вот кто сейчас это все не послушал, вообще не будет никогда миллионером. 100% говорю. И не будет никогда замужем. И женат, если это мужчина. А кто вытерпел мои вот эти ля-ля-ля разговоры, тот у того все будет классно и шикардосно. Так, ну что, я смотрю время. Мне, наверное, уже надо идти. Сейчас посмотрю. Потому что они мне сказали, задержитесь немножечко. Лизочка не успевает. Я говорю, ну хорошо. Свой пакет приготовила. Не знаю, что она выберет там с покраски, да. Но посмотрим. Посмотрим, какую она из меня сделает. Красавица, девчонки. Как всегда. И вот, кстати, переосмыслили ситуацию в сторону мужчин. Мужчины хорошие. Я почему говорю, вот этой практикой делайте. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Вон стоит мужчина. Я тебя обожаю. И я тебя люблю. И тебя люблю. Все, мужчины к вам тянутся. Вы отдаете любовь, к вам приходит. Вы отдаете деньги, к вам деньги приходят. Это работает только таким образом. Вот так вот, девочки и мужчины. Так, ну что, девочки и мужчины, мы подъехали к Пятерочке и к салону студия красоты Да Винчи. Сейчас я иду, как всегда, Малышева, 14, адрес. Мой пакет красок. Посмотрим, что она мне скажет. Я как-то, помните, один раз к ней приходила, она сказала, что это не то, это не то. Но если краски не те, то, по крайней мере, порошочек она все равно мой возьмет. Почему взяла? Потому что куда мне девать? Вот если я буду у нее каждый месяц краситься, у меня будет стоять, он будет портиться, да, девчонки? Нужно его тоже израсходовать. Так, кому нужно, с 9 до 8, без выходных, номер телефона указано. И что здесь есть, еще раз показываю. Заходим. Мне сказали на полчаса задержаться, поэтому немножко с вами поговорили как раз. Ну, я посидела, поработала, смонтировала видео, чтобы загрузить. Пока я буду краситься, у меня будет загружаться видео. В общем, у меня процесс не останавливается ни на одном канале. Кресло убрали. Смотрю, диванчик тут стоял. Так, ну что, девочки, я уже в салоне у Лизы. Сейчас будем разбирать пакет. Значит, я принесла пудру и краску. Открывай, смотри. Пудра, капуста. У меня просто испортится, думаю, будем пока моей. Значит, так, это пока краска. Значит, пудра. Взяла, у меня есть тройка, но это шестерка. Она пополам с водой. Мы на троечке делаем. Все. Разбавляй, как ты меня учила. С водой? Да. А с чем разбавлять? Шестерку мне не надо, мне тройку надо. Ты говорил, напополам с водичкой можно разбавить. Я не могла сказать, да, я так делала. А с чем она разбавляется тогда, шестерка? У меня тройка тоже была дома. Ну, либо полторашкой можно было окислителем, 1.5%. Но явно не воду. Не знаю, я вот водой, девчонки, разбавляла шестерочку. Но у меня тройка еще дома тоже есть. Я взяла вот раз шестерку, потому что тоже надо добивать. Там очень... Нет, там осталось немножко. Но я с водой делала, не переживай, все нормально. Можно у меня. Можно сделать не с водой, а просто больше порошка, но наоборот, меньше порошка, но больше окислителя. Разбавить не один к двум, как мы делаем, а один к трем или один к четырем. Тогда будет агрессивно стоять. Нет, разбавляй воду, как я делала. Будет так же самое, нормально. У меня не прокрашивалось. Водой, а как? Неправильно. Нельзя? Я сделаю тогда по-своему. Ну, давай. Так, значит, что делает Лиза у нас? Всегда у меня две ложки хватало только. Две ложечки, вот сколько там объем.
ложечки там, наверное, нету, да, у меня? Смотрим, девчонки, кому надо. Я-то буду у Лизы краситься. Может, кому-то нужно. И посмотрим сейчас, как она будет разводить у нас. Так, берем пудру. Это у тебя на 60 размерная ложечка? На 30? Я делаю две ложки. У меня, значит, уходит 60. Да? На корни. Только нам корни надо. 30, да, значит? Угу. Так, дальше. Оксидан шестерку. Сейчас мы будем махлевать, как будто это тройка. В общем, короче, в итоге тройку принесу в следующий раз. У меня троечка тоже есть. Так, а сколько ее получается заливает? 90, 1 к 3. 1 к 3 наливается шестерка. Вот Лиза разводит. Угу. Ну что, мы приступаем к окрашиванию корней. Мне уже принесли кофеечек симпатичненький. Девочки, сняла серьги. Сегодня у меня такой мой комплектик. Девчонки вкусняшечки принесли. Ложечку тоже. Ну что, девчонки, нанесли мне пудру. А сижу, жду полчаса. Минимум 30 минут, Лиза сказала, максимум 40 минут. Мы решили, что я здесь оставлю и свой порошок, и краску. Краска, кстати, потом она возьмет 912 номер, и все. То есть 9.00 он не пригодится. Записалась на ноябрь тоже. На декабрь у них еще не открыта запись. Поэтому только на ноябрь. У них тут, смотрите, вешалочки. Очень удобно. Мой кардиганчик висит. Синенький, такой яркий сразу, да? Кстати, у кого-то симпатичный такой пиджачок, девочки. Смотрите, мне понравился прям классный пиджак. Давайте посмотрим ближе. Чей-то пиджачок такой симпатичный. Смотрите, девчонки. Ничего себе, такая красота. Еще даже расписанный, смотрите. Таким буковки. Интересно, сами, наверное, девочки крючком расписывали. На подкладке нету, видите? Кстати, девчонки, можно самим расписать, взять вот эти вот ниточки и крючком сделать роспись. Знаете, как интересно, пиджачок сразу преобразовывается, да, девочки? Что хотите, можете написать, даже лав какой-нибудь там. Вот так вот. Тучки гуляют все равно. Но дождь вроде не обещали. У меня тоже белье на улице висит. А цветочки на балконах, смотрю, вон у кого-то. Мне, наверное, через камеру не видно. На мне пакет. Хожу тут, шуршу. Тихний уголочек симпатичненький. Мне всегда нравится такой уголочек. Видите, кожаный диванчик у них. Уютненько, так шикарненько. Вот у них ресепшн, девочки, смотрите, там телевизор, камеры. Так что здесь все четко у девчонок. Ноготочки. Мой кофеечек надо отдать. Я у них всегда, когда на покраску приезжаю, и кофе, и чай потом заказываю за 3 часа посиделок наших. Есть время походить тут, посмотреть у них. Палитра красок как раз нормальный. Тоже красивый уголочек. Девочки, мне Лиза посоветовала очень интересное масло купить. Помните, мое было Альфа-Парф? А у меня уже там половина, в принципе. И
Она мне посоветовала очень симпатичное такое лечебное классное масло для волос. Не дешевое тоже. Я его заказала. Я его потом вам покажу. Следите за моими видео. Вот. И маску для волос тоже симпатичную и очень полезную тоже я заказала. Я всегда люблю что-то новенькое после девчонок заказывать. То масло для ног, рук заказала, то еще что-то, пойду к маникюрщице, еще что-то закажу. Вот так вот всегда мы что-то новенькое любим покупать. Масочки. Новый пакетик. Так что из краски будет только 9-12. Вот это вот Лиза сказала. 9-12. Ее только будем брать. Тут у меня немножко, а это полностью закрытая еще краска. А 9-0-0 не надо. Но 9-0-0 как раз я заберу тогда. Она не нужна. Это натуральный блонд, очень светлый. Она говорит, им можно, если порошком не красить, то можно вот этой краской. Вот так вот она сказала. Какое тут у нее интересное еще масло стоит. Давайте посмотрим, девочки. Матрикс. Меня, кстати, она брызгала маслом, а потом наносила пудру, чтобы не щипало. Я думаю, что вот этим маслом. Индия Амла. А вот то, которое я заказала, оно Израиль будет. Масло Израиль. Девочки мои, Сергей. Симпатичные. Помните мой набор? Красиво камушек переливается, да? И сегодня, видите, девчонки, с такой сумкой. Давно не одевала ее. Моя конфетка. Это кожа. Натуральная, крокодиловая. Не помню, сумки уже на лет 5 точно. Вот такой у нее ремешочек. Вот здесь две молнии. И все. Очень симпатичная сумочка. Очень-очень мягкая. Давайте посмотрим, что за бренд. Италия. Made in Italia. Девочки, вам, наверное, не видно. Вера Пеле. Это, смотрите, бренд Вера Пеле. Вот так вот, девчонки. Девочки, сижу тут, смотрю вот эти вот машинки. Я, кстати, своего сына всегда постригала. И папу всегда покупала вот такие машинки. Они такие тяжелые. Вот смотрите, девчонки, может быть, кому-то надо мужей подстригать. Вот название GRL. Интересная такая. Я думаю, что это все профессиональное. Может быть, кому-то, мужчинам надо себе купить. Потому что мужчины тоже себя, допустим, подстригают. Я знаю, не все ходят. Вот еще машинка. Смотрите, какая интересная. Она тоже такая тяжелая, довольно-таки. Вот, вот это вот, видите, название. Фиксируйте себе. Смотрите, у них тут насадочки. Я думаю, а, вот. Это под вот эту машинку. VAHL. Видите? Тут насадочки. Так интересно у них. Видите? Вот это вот, я не знаю. А, это батарея, наверное, заряжать. Вот этот аппарат как раз получается, да? Вот, смотрите, какая интересная, да? И ножницы. Давайте посмотрим профессиональные. Так, что здесь за название идет? Японские. Вот эти японские. Вот, смотрите. Название. Не реклама. Я говорю сразу. Вот вторые ножницы тоже. Вот этой же, видите, фирмы, девочки. Риф, что ли, называются. Это для филировки, я знаю, ножницы. А это вот обычные. И тоже, кстати, тоже они тяжелые, металлические такие все. Вот кому надо, записывайте, девочки, и покупайте. Расчесочки. Ну, расчесочки без
опознавательных знаков. Да, просто вот показано, видите, девочки. Сейчас посмотрим, еще иду сюда. Смотрите, кому нужно, девочки, будет. Так, это мой пакет. Смотрим, утюжок. Титанум. Титанум МЗ. Девочки, вот такой тоже металл прям конкретный. И смотрите, еще какая-то вот интересная расческа. Тут что у нас за бренд? Не указан. Не знаю, что это за расческа. Это, наверное, вытягивать волосы, да, девочки? Смотрите, я что-то тут стряхнула, короче. Вот сюда пришла. Смотрим, что у нас здесь. Матрикс, лак для волос. Так, дальше Олин. Профессионал. А что такое вот это Олин? А, не написано. Смотрим дальше. Вот это что? Матрикс тоже, видите? Матрикс. Спрей. Спрей для волос. Дальше. Что вот это такое? Эпика. Термозащитный спрей. Девочки, вот кому надо, читайте, фиксируйте, покупайте. Если нужно, да? И вот еще крем, шелк, кремовый шелк, капус. Тоже, кстати, интересная тема. Я у нее сейчас спрошу, что это за крем-шелк. 150 миллилитров. Вот он, девочки. Вот так вот называется капус. Это все профессионал. Так что вот кому надо, девчонки, покупаете на ВБ, Озоне, где надо, да? Так, ну что, сделали масочку, помыли, смыли пудру. Сейчас будем наносить окрашивание. Это окрашивание или тонировка у нас? Тонировочка. Ну что, я готова. Как вы? Мы сейчас шортс такой отсняли с девчонками. Ой, тут черный кот бегает. В общем, я решила, девочки, мне так нравится Лиза, моя мастер. Кто шортс посмотрел, кстати, ставьте лайк, пишите комментарии. Я решила к ней ездить раз в неделю, чтобы она меня укладывала. То есть я хочу, чтобы она мне мыла волосы всеми бальзамами, масками, маслами. Я даже могу свое принести, она сказала. И я хочу немножко поэкспериментировать, потому что, видите, она как укладывает здорово. Все, я спустилась уже ступенька. Вот. Ой, что-то там эти твари. Вот. И я хочу к ним. Я вот сегодня записалась на воскресенье, она... Короче говоря, на помывку, на укладку. В общем, вы смотрите, как она здорово укладывает. Я так все равно не могу, девчонки. Ну, реально не могу так укладываться. Как бы я там не хотела, не пробовала, у меня ничего не получается. Пишите свое мнение по поводу причесочки. Челочку мы подстригли, девчонки. Ну что, девочки, мужчины, если тут имеется, мы давно не были в пятерочке, пошлите. Хочу посмотреть цены. Мне нужно... молочко прикупить. Смотрим, розочки по 200 рублей. Смотрите, девчонки, какая красота. Кстати, можно взять вот такие розы и выращивать. Я, кстати, сколько не брала, пересаживала. Они у меня почему-то так не цветут, девчонки. Но вот эти розы симпатичные. 200 рублей можно взять. Так, что у нас тут по акции? Давайте посмотрим, мне на второй этаж надо. Так, Ариэль по скидке 389. Молоко сгущенное с кореновки. Кстати, хорошее молоко сгущенное. Вот это вот. Корм. Здесь у них есть выпечка. Хурма. Хурма. Вот крупная, цены не вижу, а мелкая 139.
119. Наверное, крупная 139. Поднимемся наверх, потому что мне надо молоко прикупить. И здесь у них, видите, еще вкусности всякие разные продаются. Забрала только краску, которая 9.00, она не нужна. Все остальное я оставила у Лизы. Смотрим. В этот раз 1,5 литра станичное молоко 137 рублей. Так, сыр Маздам еще взяла. Ну, а так в основном мне ничего больше не нужно. Сейчас посмотрю, что у них здесь. Ну что, спускаемся вниз. И посмотрим, сейчас там булочки всякие разные еще. Так, хлебушек. Что здесь вкусненького? Батончики с сыром. Вот эти вот очень вкусные у них. Каролини. Ну что, я уже сейчас буду направляться в сторону дома. Хочу пожелать вам отличного дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, была Арина Море Сочи, друзья. И уже в следующем влоге мы определим победителя. Если будет хорошая погода, завтра поеду же за Финкой на морюшко. Всем пока-пока.